Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравланд Герои. Так, зайдем в армию, бесплатный сундучок. Так, шкуры, деньги, крестьянин. Так, давай еще один. Маги, деньги и стрелок. Все. Так, здесь у нас заполучите 8 ресурсов, победите в двух сюжетных битвах и победите армии только из бойцов. Попробуем, что у нас там в кланах. Так, подарить. Давай подарим. Так, 50 золота получил. Так, выберите босса. Запросить ресурсы. Мне нужна ткань. Мне нужна ткань. Так, дуэль, это все не то. Ну-ка, откат произошел у нас или нет? Я хочу, ребята... Да, отлично. Пойдем-ка мы с тобой в поединочек сыграем. Ну, во-первых, мне нужны деньги. Это раз. Во-вторых, сундучки. Возможно, мы там с тобой получим какого-нибудь интересного нового персонажа, героя. Таким образом, я уже наполучал себе немножко, но приходится здесь, как видишь, ждать. Соперника я выбрал редко онлайн. Но... Так, сколько у нас там? 60 секунд. По-моему, минута в ожидании, и потом сбрасывается, если мы никого не найдем. Но вчера я лихо здесь поиграл, на самом деле, на этой арене. Правда, ограниченное число вот этих вот монет, или звездочки, не знаю, как назвать. По-моему, 2 по 8 можно. То есть 16 получается. Да ладно, сегодня ничего, никого нету. Ты серьезно? О, нашли. И кто же это, интересно, будет? Ох, ёк-макарёк, ты серьезно? Так, вот это что за маг? Хотя, знаешь что? Возможно, возможно, мы здесь еще и победим. Но это не точно. Судя по тому, как он тут шпарит. Так, заморозку. Давай, наверное, на волка. Отравление еще это действует на нас. Так, вот попробуем. Как думаешь, работает? Е-е-е, волк наш. Угу. Он активно использует заклинания, я смотрю. Сейчас будем тоже с тобой тогда активно использовать заклинания. И... Давай так вот сделаем. Безумие. Не знаю, стоящий ли это маг или не стоящий. Но вроде разбирается он нормально. Двойная атака у него, да, я смотрю. Окей. Так, подойдем еще чутка поближе. Еще поближе. Так, надо этого мага все-таки быстренько мне как-то запинать. Можно еще же? Ага. Тогда сделаем, наверное, вот так. Замечательно. Так, ну этот маг уже не железо у нас получается. Готов. То, что вот волчара сюда подошел, это, конечно, не есть хорошо. Давай-ка. Ага. Блин, ну ты-то еще что подошел сюда? Давай, наверное, сделаем так вот. Вот волчара готов. Захиливаешь, что ли, там? Готов, парень. Это несмотря на то, что, ребята, у нас пониженная, как тебе объяснить-то? Как тебе по-русски-то это сказать? У нас для этой арены наш отряд слаб. Вот так вот написали. То есть мы с тобой вот по уровню отстаем здесь для этой арены. Но тем не менее, как ты видишь, все у нас нормально тут получается. Вроде разбираем. Куда ты переключился, парень? Так, давай, пират, иди сюда. Метку ставит. На. Ну все, здесь он уже в любом случае ничего не сделает. Ледяной щит, да, поставил? Давай преследуем этого монаха.
Но нам тут тоже, я тебе скажу, надавали люлей довольно неплохо. Скорость. Зачем тебе скорость, парень? Она тебе не понадобится. Готов. Сколько опыта мы получим? Интересно мне знать. Слушай, неплохо. Скоро 15 уровень нам светит. Так, мы отхилились, естественно, за деньги. Но я предлагаю еще. Сколько мы там с тобой получили? 3 сундучка? А, 2 монетки. В бой. Сила высшей армии на 16% минимум для этого уровня. Ты понял, да? На 16%. То есть нам может выпасть такой отряд, где я просто сфейлюсь. Вот и все. Но мы будем надеяться на лучшее. Так, я думаю, что вот это мы будем, наверное, с тобой вырезать ожидания. Хотя, тут довольно быстро мы нашли. Ох, ёк-макарёк. Ёк-макарёк, друзья мои. 10. Ой-ой-ой-ой, 10, 6 этих. Блин. Ладно, пойдем сюда. Плюс маг. Даже не знаю, что делать-то. Давай, наверное, мага, потому что у него двойная все-таки атака идет. Уворот, уворот он сделал, блин. Ослеплен. Щит повесил, да? Не, давай-ка пока просто ударим. Отравление повесил. Подожди, я не помню, он же был вроде как ослеплен. Сфига ли он ходит-то? Угу. Да ты запарил уклоняться-то, парень. Замедление хода. Зачем он сделал замедление хода, если... Вот этот прошивец меня бесит. Со своим уклонением, блин. По-моему, у нас... Слушай, ты запарил, сколько у тебя там этой маны, я не понял, блин. Что-то мне такое ощущение, что мы здесь фейлим сейчас. Судя по тому, как он меня своими стрелками здесь разносит, то это вообще не очень хорошо. Это еще у нас, не забывай, ресается после смерти. Видишь, что творит? Кто ходит-то? А чё мой... Блин, на нем путы висят. Не, ребят, походу здесь не судьба, к сожалению, выиграть. Нет способности. Я не пойму, почему. Почему он не может стрелять? Эй! Зашибись. Ничего не могу сделать. Не сходить, не двинуться. Да. Вообще разнес просто в сухую. Ну, естественно, сейчас придется ждать нам время, чтобы у нас произошел как бы эти откат этот, да? За 2 гема. Давай я потрачу, так уж и быть. Так, может быть, мне взять вот этот отряд? Попробуем другим отрядом с тобой сыграть. Там у нас рыцарь в приоритете и демон. Или джин, я не знаю, кто он такой. По-моему, демон. Рейтинг 230 у меня всего лишь. До следующего приза нам нужно 5 звездочек. Быстро нашли, кстати. На удивление. Так, он играет за демона.
Давай. Так. Фея. 30 штук. Слушай, если мы вот так сделаем. А не слишком ли прокачанные ребята у вас тут, а? Дай-ка посмотрим, что это за пикси. О-хо-хо-хо-хо. Вряд ли мы эту пикси с тобой сможем забомбить. Ты запарился своим отравлением этим. Хоть кто-нибудь попадает. Вообще никто не попадает, ребята, на наши эти. Что она делает? Офигеть, ты посмотри, посмотри, как быстро разносят. Зомби этот, зомби ничего не сделает. Сколько у него там армия-то? Если посмотреть. Ну правильно, по 25, по 26 у меня нет такой армии, ребят. Целую груду. О, все. И здесь я тоже, короче, проиграл, получается. Это сгорел. И моего пирата здесь расстреливают. Трындец. Просто трындец, просто запинали. Так, 2 минуты, я думаю, что переждать смогу. Давай-ка мы зайдем в приключения и посмотрим, что у нас тут. Где я остановился? Так, остановился я вот здесь. Кстати, наверное, мы успеем с тобой собрать. Тут до уровня-то осталось совсем чуть-чуть. 15 левел будет. $90. Как, блин, много, а? Так, что ты мне здесь дашь? Понятно. Монах. Давай-ка мы глянем, что у нас вот тут вот на продаже. Да куда ты побежал? Иди сюда, вернись. Так. Один, что ли, стоит столько? Да вы чё? Этот 3600. Стрелок. 5 в наличии. Даже не знаю. Ну, пойдем тогда сюда. Попробуем продвинуться хоть чуть-чуть. А если другим отрядом, вот этим, интересно, сможем мы пройти? Не знаю. Давай попробуем. Ну, понятно, эти бегут. А как вот героя самого сменить? Интересно мне знать. Давай-ка так вот попробуем. Безумие повесить на них. Ну и сюда прийти. Так, он достанет? Достанет. Заморозку свою никчемную промахнулся. Так, ага, поджог только сюда можно. Хорошо так бьет этот, кстати, шипзик. Призраки эти, духи. Ну, есть. Видишь, со спины что бомбит как. И опять никто не попадает в зону поражения. Минус. Так, сейчас попробуем с тобой вот этого запинать. Ну и потом уже разобраться вот с этими духами.
4. Так, иди сюда. Со спины. На! Получил душара. Так, 9. Сожгли мне все-таки моего духа джина. Так, ну мы с тобой сюда тогда рванем. Есть контакт. Можно было, конечно, слепоту повесить. Продвигайся сюда. А ты сюда иди. Сделаем ослепление, чтобы не попал. Ну все, по-моему, мы этого духа сейчас запинаем. Да. И уровень же. Так, точно, значит, нам полагается сундучок. Ух ты. Развилочка пошла у нас здесь. Нет, я еще не получил левел. Чуть-чуть буквально нам не хватает. А ну-ка дай-ка я сюда отвороточку сделаю. Хм. Поехали. Сколько я раз не пробовал атаку с соклановцем, почему-то никакой атаки нету. Может быть, соклановцев просто нету в игре. Кстати, их здесь много. 16, 20. Дай-ка я, наверное, сделаю безумие на волка этого. Ослепление куда повесить? На прощу? Так, просто, наверное, ударим. Так вот. Давай сюда. Блин, волки эти, ну вообще жесткие. Жесткие. Подпалили. Шмальнули. А эти, естественно, прощевики. Ясен перец, они будут бомбашить здесь. Боятся моих дальников. Двойной урон. Бамс. Я помню, как специально, да? Так, ну что, давай этого. Бомбани сюда. Хорошо. Все, эти испугались с прощами. Стреляй сюда. Минус пёся. Сейчас мы этого гоблина, наверное, я думаю, тоже запинаем. Так, сюда перейдем. Чтобы не выпендривались они тут с дальней атакой своей. Двойной урон. Бамс. Так, у нас нет суператаки. Хоба. Минус. Делаем ослепление. А, ослепление один раз только, да, получается, делается у нас. Ладно, фиг с ним. Сюда. Минус. Блин, понижение атаки. Взяли тоже на свою голову пробирочку. Все не угомонятся. Так, этого надо казнить, желательно быстрее. Тюф. Давай сюда. Я, друзья, наверное, решил пройти все-таки все, ну, как по возможности, все игры Бравланда. Мы с тобой играем в героев, вот это, да, Бравланд герои. А есть еще, ну, маги играем, да, плюс еще у нас есть самая первая часть и пираты. Так что, друзья мои, если что, поддержите комментарием, будем ли мы действительно все три части проходить. Тыдыч. Так, ну что, этому все, гоблинцу, ребят, крышка. Отлично. Ну вот теперь-то точно мы с тобой должны получить уровень. 91 монетку за лечение. Это нормально, ребят. И сейчас получим сундук. Или что у нас там? Получаем награду. 4500, неплохо. Шкура. Нитки. И плевун. Так, что у нас здесь? Хм. Гоблины, да, все дела. Так, дай-ка я в городок, наверное, забегаю быстренько. Я хотел там скрафтить, но у меня вроде бы как не хватает. Не хватает ниток. Хотел я скрафтить себе
Плащ охотника. Ну тут ткань, видишь, ткани не хватает. Здесь железного пояса не хватает. А железный пояс где это у нас? Так, пояс воина. То есть вначале нужно вот этот. Так, подожди, я сейчас посмотрю. Ну, если создам, допустим, один, конечно. Дальше вот этот. Дальше вот этот. И уже в конце только можно железный пояс создать. Железный пояс дает нам 230 на 340. 340 для лучников. Ну что же, давай, родной мой. Железный пояс. Одевай. Отлично. Плюс еще здесь мы награды получили какие-то. 1000 плюс еще 3000. Прекрасно. Значит, я могу сбегать быстренько в магаз. Так, у нас, кстати, 80 нужно, да, получить. Так, дуэли доступны уже? Уже доступны. Победил меня Рачелевит. Слушай, подожди, я сейчас вначале сделаю нормальную себе экипировку. Так, давай посмотрим, кстати, по ножам. А мне нужен вот этот лук. А в идеале бы вот эта сабля. Или тесак. Или тесак. Вот этот тесак, конечно, было бы неплохо получить. Но опять же, не хватает ткани. Купить. Опа. Так, ребята, наверное, буду брать тесак вот этот вот. Стальной топор. Это нужно что там у нас? Сабля вот эта, да? Нет, я возьму тесак. Пока. Создаем. Все. Я надеюсь, ты можешь тесак относить-то? Может. Мы еще даже улучшим чуть-чуть. Так. Не-не-не-не, все, хорош. Одевай тесачок. Так, а нам же, по-моему, ожерелье уже доступно. Они 14 уровня, если я не ошибаюсь, должны открыться. Точно, они доступны. Смотрим, какие здесь ожерелья у нас. Откроются на 25-м. То есть только вот это могу. Деревянные амулеты. Что он нам дает? Создание деревянного амулета с 50 лидерствами и случайного класса существ. Шанс 10% создать железный амулет с лидерством 150. Ну, попробуем. Создание случайного амулета. И вы создали деревянный амулет защитника. Самый обычный получается, да? Окей. Так, стрелки, чародеи, защитники 1500, а бойцы 1370 получает. Вот эти вот ботинки путника. Ни туда и ни сюда, если честно. Давай посмотрим, что у нас по ботинкам-то. Самые начальные еще ботинки, господи. Мокасины. Мокасины. Да, ткани. Очень нужно много ткани, ребята. Так, это мы с тобой... А, это мы железо, да? Переделываем. А вот здесь вот, кстати, можно ткань сделать. 5. А что не хватает-то, я не понял. А, для того, чтобы создать, тут нужно кристаллы тратить. Вы серьезно? Вся игра замешана на кристаллах. Ладно. Ну что, попробуем теперь сыграть в дуэли. В бой. Таким отрядом или все-таки таким пойти?
Давай этим пойдем. Моя сила на 6% ниже, чем требуется для вот этого рейтинга. Насколько я могу понимать. Ну и сейчас попробуем еще одну карточку зарулить, если получится. Я просто хочу получить приз. 2 сундука, по-моему, можно всего выиграть за арену. Отлично, найден противник. Давай смотреть, кто это. Это маг. А как вот они меняют главного персонажа? Дай-ка я возьму так вот. Отравление, блин, на нас вешает. Давай так вот сделаем. Слепоту на кого? На этого, наверное, да? Поджечь сможем? Можем. Пойдем сюда потихонечку. Залечил себя, гаденыш, да? Спрощу этот. Смотри, он отравление вешает на меня и все. Скорость. Он на нас вешает скорость. Так, подожди. Давай возьмем вот это вот. Нифига он там звезданул. Что-то такое ощущение, что он здесь сильнее намного. Прям вот разбирает капитально. Как не удар, так все, ребят. Смотри. Что-то мне не нравится, это все наше дело. Офигеть. Я даже скелетов не могу уничтожить, прикинь, он разрывает всех тут налево и направо. Беспонт какой-то. Как бы посмотреть мне параметры ее? Да почему он так мощно бомбит, блин? Да объясни мне, пожалуйста, а? Четыре-пять к атаке, да? А, у меня 2-4 к атаке. Ну тут катаки, конечно, мощный этот чувак. Но он количеством меня давит. У него тут всех за 20, а у меня этих 5, этих 7. Было бы побольше количества бы. Видишь? Хотя вот этих много, так от них толку мало. Одними ближниками почти распинал меня. Так, ладно, давай дальше в приключения бомбить, пока у нас там все равно будут откаты идти. Что у нас здесь? Угу. Давай атаковать. Ваша армия не подходит, что там? Используйте только отряды фракции северяне. Скажи-ка мне на милость, как мне вот сменить... Что-то я хочу уйти. Как мне сменить главного персонажа? Главного героя? Наверное, никак уже. Так, северяне, а как у нас северяне выглядят? Если только фракцию северян можно использовать.
Пожалуйста, только не надо. Вот иногда бывает, ребята, вот на этом месте глючит. Вроде бы идет загрузка, но игра не продолжается. Наверное, придется перезаходить. Ну что, я предполагаю, вот этот отряд северян у нас. Ну-ка, сможем ли мы сейчас? Используйте только отряды фракции северяне. Да как то у нас? Разве не он северянин у нас получается? Ага, вот как сменить облик. Не облик, ребята, а героя выбирать. Так, подожди, что ж тогда за северяне-то? Крестьянин. Северяне. Но это же маги. Что-то я пока не пойму. Ребят, напишите в комментах, кто у нас северянин. Я думаю, что это варвар. Но, видишь, говорят, что ничего подобного. Окей, я пошел тогда на следующую битву. Так, голем, души и маги. Поехали. Так. Достанешь? Давай. Бутылочку горячительного напитка ему подкинем. Я не понимаю, я вешу на него ослепление, и это не помогает. Куда ты щеманулся? На тебе. Ну, этого голема мы сейчас с тобой запинаем. Ох, запинаем. Ему мало не покажется. А вот души очень быстро запинали моего этого джина, или как, я не знаю, кто он такой-то. Этот чувак сгорит, все. Погнали дальше. На тебе. Страх напугал. На тебе, маг кислых щей. Да хорош. На шугаря давят, прикинь. Так. Ну все, одного джина духа мы сейчас с тобой запинаем, блин. Сюда переместились, это плохо. В атаку. На тебе. Слепоту можешь повесить. Да блин, слепоту лучше не вешать на этих призраков. Лучше все-таки, наверное, вот на этих магов. На тебе со спины. Так, ну что, трупец. Адепты. Сейчас мы с тобой с адептами с этими справимся. А в ближнем бою они ничего не сделают. А мы будем просто бомбить их. На тебе. Давай. Без остановки бомбашим их. Так. Все, у нас ослепление кончилось, к сожалению. Это, в принципе, уже не важно. Я думаю, что им кранты. Так, давай сюда. Опа, последний. Так, ну что, Чепушила, доигрался? Сейчас мы тебя будем казнить. И последний удар. Все. Совсем другое дело. Так, продвигаемся еще чуть-чуть. Сюда. Так, гоблины. Собственные персоны вышли из лесу. Так, гоблины плюс крестьяне. Ну, ты не забывай, что крестьян тут 40 штук. Причем два отряда. Почти по 40. Не очень хорошо, конечно. На тебе, прощевик. Знаешь же, куда бомбить, а? Так, ускорение сделал. Давай-ка я, наверное, ярость активирую здесь. А сам пойду на крестяшек. Ну-ка, 11.
8. То есть гоблины боятся, я так понимаю, магии. Это куда джин у нас может переместиться? Я раньше думал, что это куда он должен бомбить, а это оказывается перемещение. Окей. Слушай, ну 40 крестьяшек, это, конечно, не есть хорошо. Хоть они и слабые, как мы знаем, но все равно неприятно. Так, со спины... На! Сюда бомбим. Ах ты, захомячил хлеба. Так, нам надо крестешек-то этих валить. Ослепление. Слушай, ну я думаю, что должны мы, в принципе, справиться здесь с ними. Теперь мага пинает. Бедный маг. Чё так быстро запинали там не этих? Так, погоди секундочку. Так, с крестяшками я думаю, что разберемся. Блин, я немножко уже сомневаюсь, сможем ли мы здесь выиграть. Вот я тебе к чему говорю, смотри. Так, этого уничтожили. Заряды израсходованы, это я понял. Смотри, что творят, как они... Минус маг. Да ну нафиг, не может быть. Скорее всего, ребята... А скорее всего проиграем мы тут. Оу. Не знаю, одним этим... Одним мечником вряд ли мы тут с тобой справимся. Ай-яй-яй. Ты посмотри, что творят. Не, мечник, конечно, хорош, но... Он их не успеет настигнуть. Смотри, что-то вы... Совсем, что ли, оборзели, а? Так, ну-ка. Десять. Нет, не смогу, ребят. Шесть. Хотя, подожди. Прикинь. Справились. Я в шоке, если честно, от этого всего. Но прошли. Мечник зарешал у нас тут. Так, у нас сколько денег? 7000. Пойду-ка я, наверное, сбегаю быстренько в магазин. Гляну, что мы можем с тобой приобрести. Вот в этот вот. Может быть, все-таки купить, прикупить кого-то удастся. Не знаю, ребята, не тот вариант, чтобы тут покупать. А здесь у нас только стрелки, по-моему, продаются, да? Ну, если выбирать. Вот этих можно еще было бы взять. Пиратки. Так, ну что, попробуем продвинуться еще немножко, да? Попробуем. Так, ну тут нежить. В принципе. Дофига на я на этой нежити здесь будет, да? Ух, 26. Отравление сейчас будут на нас
бросать. Как же без отравления, да? Ну и эти со своей заморозкой, блин. Два лучника, блин, тут слишком много лукарей. Раз, два, три, три лучника аж. Так, они боятся. Ну-ка. Восемь. Видишь, что делает? Знает, кого убить. Ох. Душару нашу уже уничтожили одну. Так, скелеты-ватники выходят против пирата. Страх, блин, нагоняет, а? Ну, что-то как-то уж вообще перебор. Перебор у вас. Вы бомбите, вы даже не чувствуете, что тут просто... Тут офигенный дисбаланс, ребят. Трэш. Вот как они могли вот армию стрясти, просто расфигачить в 3 секунды, ребят? Вы хотите сказать, что я должен... Если я пройду, то это будет просто чудо какое-то. Но если вот так вот страх еще будут нагонять, да плюс отравление, то вряд ли мне тут что-то светит. Так, ладно, варвара мы с тобой уничтожим, наверное. Так, скелету, в принципе, тоже не жить, а вот призрак. Слушай, заколебал вот этот вот ханорик-то. Блин, меня зажал этот призрак, я не могу выйти. А мне нужно уничтожить скелета. Ну, так. Не доходит. Да неужели опять этот мечник у нас зарешает, а? Да, как ни странно, он, ребят, зарешал. Самое главное, что мы прошли с тобой этот бой. Довольно сложный. Меня создали из лавы и камня. Я готов потрясти основы этого мира. Все на благо культа племени. Так учили меня великие маги огня. Так вы учили великие маги огня, прикинь? Может быть, нам взять с тобой нежить? И поиграть ей? Давай попробуем. Я ни разу не дрался нежитью. Так что не обессудьте, ребята. Воссозданный из камня и лавы... Исполинский воитель. Так, магическая атака, каменное перерождение и каменный. Ну, посмотрим. Так, а это что у нас такое? А, я вспомнил, это он хиляться будет, да? Так, вот это мне пока неизвестно, что. Это отравление. А на голема пофиг, да? Не действует отравление. Чё они все на беса напали, на моего, интересно. Чем им бес мой не угодил, а? Ну-ка. Отлично.
Понижаем атаку. Так, этого сейчас, я думаю, мы уничтожим. Так, кому атаку нам повысить? Скелету можно, в принципе. Я думаю, это будет неплохо. Ать. Завалил. Так, распсиховался этот големище. Если я отойду и вот так вот... На тебе. Так, не забывай, что у него там еще какое-то перерождение. Ну-ка. Итого остаются их три, да? Мы, кстати, когда каждый раз бьем по этому голему. Он наносит как бы нам урон. Небольшой. Ну-ка. Так. Последний стал. Сколько перерождений будет у него, я пока, ребят, не знаю. Да отойди ты оттуда-то, господи. Да что ты, блин, прицепился-то, а? Сейчас переродится, да? Сколько у него там? Еще два. Я тебе скажу, не очень нормальный здесь отряд. Надо будет, ребят, другим. Побольше, наверное, где воинов у нас. Этот вообще зомби какой-то. Нет мира всего. Да, печалька. Ладно, здесь скелетоша у нас проиграет. Понятное дело, его сейчас запинают со всех сторон. Ну ничего страшного, ничего страшного. Это был экспериментальный поединок. И сейчас... нужно ждать время. Твою ж налево, я и забыл про это все. Так, сходим тогда наверх. Что у нас здесь? Победите, используя особый отряд. Какое, интересно. Угу, давай-ка я поставлю на автобой. Посмотрим, справится, мне кажется, вряд ли. Так нифига тут этих сколько. Кинжальщиков-то посмотри. И лучников-то 28. Так, джин там бедный. А звездюлюется только шорох. Че творят, ты посмотри. Можно как-то поменьше сделать скорость, нет? Это мой упал, да? Скорее всего, кузнец. Нет. Минус. Так, а у них осталось всего лишь два. Кузнец и лучник. Кузнеца, я так понимаю, мы сейчас запинаем со всех сторон. Е. Прикинь. Прошли. Нормально. Так, игра, пожалуйста, не надо зависать. Ну вот это вот. Вот это вот раздражает, ребят, когда вот эти вот зависание происходит между переходами из уровня на карту. Так, ну что, мы здесь прошли. Здесь нам еще ждать, да, придется? Слушай, а может быть нам вот здесь вот попытать счастье? Хотя вряд ли что-то у нас здесь получится. Слушай, а вдруг... Давай, поехали. Атаковать. Давай. Сам создает случайный отряд. Окей. Давай я поставлю здесь на автобой, чтобы по-быстренькому у нас получилось тут пройти. Если пройдем, конечно. Видишь, они почему-то акцент сразу делают на дальников.
Именно на... Ага. Ну и тут много. Да, их тут очень много, ребят. За двадцатку, поэтому... Как у нас тут пойдет, все фиг его знает. Нет, и волков дофига. Тут фейлимся. Просто раздавят своей армией количеством. Да, к сожалению. Неудачно. И денег мало, и опыт. Кстати, у нас же арена-то, наверное, уже доступна. Ну-ка, давай-ка глянем. Доступна. Онлайн. Погнали в бой. Так, подожди. Отменить. Нет, можно отменить. А что такое охота? На арену. Не, давай вначале, наверное, дуэль все-таки добьем. Попробуем. Хочется сундучок получить. Но всего я, как говорил, по-моему, два. Максимально два можно получить сундука за все пребывание арены. Это за раз, я имею в виду. Так, нашли. Нашли кого-то. Ох, ёк-макарёк. У него голем есть. 32 лучника. Так, еще и ускорение ставит. Что бы нам тогда сделать? Давай сделаем вот так вот. Безумие. Вот так вот. В ожидании. Он не атакует, ребята, он ожидает ходы. Не знаю, просто зачем. Так, пойдем потихоньку. Травит пирата мне, гаденыш, а? Ты посмотри. Просто вытравливает его. Так, минус, да, получается? Так, голем еще подошел. А голем-то крепкий и малый, ты посмотри. Крепкий действительно малый. Так, 5. Слепоты у нас пока нету. На тебе. Что он такое делает сейчас? Иди сюда. Так, ну что, этих монахов мы сейчас тоже с тобой убьем. Здесь повесим. Ослепление. Почему ослепление не работает? Или только для дальников? Я вот этого не понял, ребят. Будем честны. Минус, да? Нет, мы этого голема должны порвать. Все предпочитают почему-то магами играть, я смотрю. Всех маги в основном. Противники. Может быть, за счет вот этого отравления, что типа тут отравление рулит офигенно. У меня других больше причин просто нету. Как-то по-другому думать. На тебе. Так, не хватает. Слушай, мы же можем что сделать? Безумие повесить. Да хочу. Я не понимаю это безумие, как оно срабатывает, ребят. Вот серьезно, хоть что делай. Я не понимаю, как оно работает. Делаешь вроде бы и по барабану все равно. Голем этот еще. У меня один пират. Все, он упал. Замечательно.
теперь как хочешь, так тут и разруливай. Так, надеюсь, голема мы с тобой сможем порвать. Ну давай ты уничтожай его. Теперь нам нужно догнать этого ханорика. А у нас не получится его забомбить. Я офигею. Там-то еще сколько, долго ждать? Чуть 10 минут. Так, ладно, друзья мои, я, наверное, буду на сегодня закругляться. В следующей серии уже увидимся и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.